Эй, Германия, почему ты все время работаешь? Почему не развлекаешься? Однажды я развлекся. Миллионов человек погибло. А теперь рубрика «Контрибулы». Эй, Польша тупая. Ты в космос не можешь, Азазас. Но ты же тоже не можешь в космос. Могу, просто не хочу. А еще я туалеты не чищу, Азазас. А помнишь, как в 39-м ты делал мне сасой? А потом совку, Азазас. Эй, Польша, что ты тут делаешь? У меня опять засорился туалет. Азазас. Нехило у него бомбит Германия. Польша может в космос. Эй, куда он полетел? Ура, я в космосе, дед бы мной гордился. А скафандр то забыл, лалка. Лол. Белоруссия, пришло время платить за газ. Погодь минутку, ща пронесу. Вот! Ты хоть раз можешь заплатить деньгами? Ну нет пока у меня, зато поглянь, какая у меня картошечка, свеженькая. Только с поля собрал.